Жил некогда в одном селении Фиваиды камнесечец Евлогий. Целыми днями он трудился, не вкушая даже пищи, а вечерами собирал у себя странников, кормил их и давал им кров. Однажды пришел в это селение Авва Даниил. Евлогий, встретив его на улице, скромно просил оказать ему честь посетить его жилище, чтобы отдохнуть с дороги. Столь благочестивая жизнь Евлогия так поразила Авву, что, проникнувшись к нему всем сердцем, святой Даниил стал молить Бога, чтобы послал он этому святому человеку богатство. И Господь услышал эти молитвы. Ударил Евлогий по камню, а из камня высыпалось много золота. Да вот только с тех пор оставил камнесечец доброе дело странноприимства. Переехал в Константинополь, купил себе статус епарха, да палаты роскошные, а вот о милосердии позабыл, да и сердце его зачерствело. Через некоторое время святой Даниил узнал о столь серьезной перемене Евлогия и отправился к нему, дабы образумить оступившегося. Но Евлогий прогнал святого, не пустив того даже на порог. Очень скоро кара Господня настигла нерадивого Евлогия и был вынужден он оставить все свои богатства да спасаться бегством из Константинополя. Вернувшись в свое селение в одежде нищего, опомнился Евлогий от упоения суетным миром. Принялся он за прежнюю работу, и все, что зарабатывал, стал опять отдавать странникам. До конца жизни он больше не изменил своему призванию и мирно скончался в глубокой старости. Десятое мая. День памяти праведного Евлогия Странноприимца.